руку расслабляется наоборот. Половинку. Угу. Поломки есть? Нет. Добровольно. Это хорошо. Документ. Предъявляйте цитрусовые шкафы. Есть алкоголь, предъявляйте. Да-да-да, все. Клубнику тоже нельзя. Темпы вакцинации в Рязани пока не впечатляют. Да что там в Рязани? Вся страна разделилась напополам. И уж точно никто не хочет, чтобы выбор, прививаться или нет, за них делал кто-то другой. Понятно, что с кнутом принудительной вакцинации в регионах явно перегибают. А вот метод с пряником может стать очень даже действенным. В Рязанском цирке за укол на их территории, а под куполом уже открылся новый центр вакцинации, пообещали бесплатный билет на представление. За последние 2 недели количество заболевших в регионе стало больше на треть. На сегодня вакцинация – один единственный эффективный способ остановить дальнейшее распространение инфекции. Темпы, как сказала Лилия Александровна, этой прививочной кампании, наиважнейшей в нашем регионе в последнее время, немного выросли, но они должны быть еще выше. Я прошу все ответственные за организацию, проведение вакцинации ведомства максимально активизироваться, в том числе в работе с населением. Информировать, аргументированно убеждать в необходимости, важности и безопасности прививки. Подчеркиваю, сейчас принимаемые меры носят не обязательный, а рекомендательный характер. Мы рассчитываем исключительно на здравый смысл людей и адекватное осознание складывающейся обстановки. Пункт вакцинации в цирке 65-й по счету. В абсолютных цифрах в области уже привилось 134,5 тысячи рязанцев. 107 из них уже вкололи оба компонента спутника ВИ. Как, кстати, и президент страны. Владимир Путин вообще хедлайнер прививочной кампании. Надо прислушиваться не к людям, которые... мало чего в этом понимают, а пользуются слухами какими-то, а к специалистам. Ведь это происходит по всему миру. Вы знаете, я чего только не слышал, что ничего нету. На самом деле никакой эпидемии не существует. Вот я смотрю иногда на то, как люди говорят, вроде взрослые люди, образованные. Ну, не знаю, откуда они это берут. Что руководители, когда говорят, что ну вот во всем же мире это происходит. Да, руководители стран сговорились. Они вообще... понимаете, что в мире происходит, какие в условиях каких противоречий живет сегодняшний мир. Но многие же верят, и где что... все взяли, собрались и сговорились. Но это же чушь. Пока что власти Рязанской области ужесточать меры не намерены. Создание коллективного иммунитета в руках самих рязанцев. Судя по очередям в пунктах вакцинации в Атроне, Глобусе, а теперь еще и в цирке, сознательных граждан все-таки большинство.